Любимая россиянами Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» назвала место, где Лев Лещенко мог заразить других артистов коронавирусом. Журналистка вспомнила, что 13 марта певец появился на вечеринке в честь юбилея сестры Игоря Крутого Аллы. Об этом сообщает Рамблер. Помимо Лещенко, на торжестве присутствовало множество звезд отечественного шоу-бизнеса. Среди них Николай Басков, Владимир Винокур, Олег Газманов, Ирина Аллегрова, Александр Розенбаум, Лера Кудрявцева, Валерий Леонтьев, Александр Серов и другие. В тусовке шоу-бизнеса сейчас переполох. Все перезаражались от Лещенко на дне рождения сестры Крутого, пишет Ксения Собчак. Как выяснилось, вернувшись с гастролей, Лещенко решил не оставаться на карантине. Некоторые, присутствовавшие на мероприятии, отмечали, что артист уже там чувствовал себя неважно. Однако пропустить праздник он не смог. В комментариях некоторые пользователи сети написали, что прежде чем лезть в больницу, Лещенко мог бы сделать доброе дело. Выступить с концертами в Госдуме и Совете Федерации, посетить Дом правительства – зайти в Кремль и лично поприветствовать Владимира Путина. Вот так россияне любят своих правителей. Тем временем в самой России за сутки выявили 196 новых случаев заболевания коронавирусом, а общее количество пострадавших перевалило за 1000. В самой Москве от коронавируса умер еще один человек.